Сейчас я поднимаюсь в музей Холокоста. Куплю билет и сниму там. Я купил билетик в музей и сейчас попробую полностью хорошо осветить, так сказать, его, показать, что здесь есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. А вам разрешили? Да. Спасибо. Ну, вот такой вот музей. Я так пройду сейчас по кругу, чтобы ничего не пропустить. Скажем так. Экскурсии сегодня сюда не было, ну, потому чисто будет визуальное визуальная экскурсия. Такой монитор здесь встроен. Ну, дверь сделана, стилизована под дверь. Ну, я так понимаю, это тюремная дверь. А это, наверное, допросная НКВД. Печатная машинка. Папироска, лампа, ручка, телефончик. Супер. Надеюсь, я полную картинку даю. Скажите, а на второй этаж вот лесенка, туда тоже подниматься можно? Да? Спасибо. Сейчас.
Поднимусь еще на второй этаж, посмотрим, что там. Продолжение музея. Ну, пойду по кругу, чтобы ничего не пропустить. Музей довольно большой. Довольно большой музей, в общем-то. Даже не ожидал. Большой. Комната темная, совсем темно здесь. Вход в какую-то комнату такую темную, и там только телевизор, ну, какой-то экран, и проектор на него работает, все.
Для тех, кто не гад. Не знаю. Гитлер, Геббельс, Гиммлер. Карл Маркс. Это Фрейд, по-моему. А это Ньютон, по-моему. Это стилизованный железнодорожный вагон, ну, вероятно, в котором евреев увозили. Обратите внимание, красная дорожка. И в эту, я так понимаю, это скорее всего символизирует газовую камеру. Вот эта черная комната. Вот эта черная комната. Скорее всего, эта дорога в газовую камеру. Я полностью обошел музей, уже иду на выход, на первый этаж. Надеюсь, вам понравилось это, этот видеообзор по музею Холокоста, который находится в центре Минора города Днепропетровска. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, делитесь им со своими друзьями. С вами был Виталий. Пока.